Всем привет! В эфире Телегид, а это значит, пришло время узнать, как провести время вместе с нашим каналом. Премьера телесериала, захватывающие ленты и нескучные вечера. Все это ждет вас на этой неделе. Я Анна Троян, сейчас все расскажу. Теперь будни нам предстоит проводить с Цезарем. Правда, не с Гаем Юлием, а с известным блогером и фотографом. Алексей Говорков выводит на чистую воду коррумпированных чиновников и полицейских. Результаты своих расследований публикуют в интернете. В свою очередь, органы правопорядка решили принять Цезаря в состав одной из опергрупп. Но чем больше наш герой там, тем яснее понимает, что все это сделано для прикрытия, чтобы отвлечь его внимание от более крупных махинаций. Чем все это обернется, увидим с понедельника по пятницу в 9:45 утра и в 18:30. Судя по специфическим татуировкам, товарищ сидел, причем неоднократно. А время смерти? 12:01 ночь. Не боись, давай сниму. Алексей Леонидович, это только в книжках да фильмах. Есть точное время смерти. В жизни все иначе. Где-то на этой неделе. Ну а те, кто еще не на море, могут побывать на пляже вместе с ЛРТ. Не забудьте средства от загара, будет жарко. Полицейский в отставке работает директором пляжа. Тем не менее, отголоски прошлой жизни не дают ему жить спокойно. Начальник РОВД, давний друг нашего героя, постоянно обращается к нему за помощью в распутывании дел. А еще на берегу регулярно что-нибудь случается, и экс-правоохранитель не может оставаться в стороне. Подробности смотрим по будням в 8:45 и в 17:30. Спасибо. Вы знаете, Сергей Павлович, некогда мне по сторонам глядеть. У меня-то двое троглодитов, а я одна. Вот и кручусь, как белка в колесе. Мне эти отдыхающие с чебуреками по ночам снятся. Ну, понятно, Зоя, ничего не видела ты, значит, да? Я же вам говорю, мне эти отдыхающие все на одно лицо. А в завершении рабочих будней мы узнаем о тайной жизни одной очень странной семьи. Мать и две дочери живут в одном из подвалов заброшенного особняка, не поддерживая связь с окружающим миром. Внезапно на пороге дома появляется сын бывшего хозяина дома и его девушка. Женщина не намерена покидать укрытие и вступать с ними в какие-либо контакты. Но младшая дочь очень заинтересована новыми соседями. И тогда тайная жизнь трех женщин оказывается под угрозой. Психологическую драму смотрим в пятницу в 22:00. Я бы хотела уйти с тобой, но они меня не пустят. Не пустят. Это потому, что они хотят защитить тебя. Жалко. Я вот всегда хотела иметь сестру. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и в воскресенье в 10:00 и 19:30. Сладости, воздушные шары и любимый мультперсонаж, совсем как в детстве, в котором вновь побывали Александра Томей и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Ну а в субботу, друзья, мы узнаем «Мирного воина». Лента будет интересна всем любителям спорта и хороших картин. Дэн – талантливый гимнаст, мечтающий попасть на Олимпийские игры. У него все есть – награды, друзья по команде, быстрые мотоциклы, девушки и безбашенные вечеринки. Однако мир спортсмена меняется, когда он встречает загадочного незнакомца. После серьезной травмы, благодаря ему, Дэн понимает, что впереди ему предстоит много чему научиться. За развитием событий следим 28 июля в 20:30. Может, это всего лишь растяжение. Я лишь говорю, что ему не повезло. Он ведь у нас лучший на коне. Вернее, был лучшим. Тревор, слезь с коня. Что? Ты разве не хочешь занять это место, Милман? Даже не думал об этом. Потому что ты король одного единственного шоу.
Наш властелин колец. Зарубежный триллер от французского режиссера не даст вам скучать в воскресенье. В следующий раз я буду стрелять в сердце. Смотрим вечером. Жители не могут спать спокойно. В городе появляется серийный маньяк, который убивает своих попутчиц. Полиция бессильна поймать преступника. Никто не знает, что на самом деле. Он молодой жандарм, чья скудная личная жизнь всегда на виду у коллег. Он представляется робким мужчиной, и никто бы не стал его подозревать в жестоких расправах. Но однажды его очередная жертва остается жива после нападения. Как поступит злодей, увидим 29 июля в 20:30. В этой машине я 3 раза выстрелил в Соню Фавро в четверг 13-го. За рулем этой же машины я сбил мопед Алис Жонке в субботу 15-го. Алис видела меня, но ей ни за что меня не опознать. В следующий раз я буду стрелять в сердце, а не в ноги. На этом наш выпуск подошел к концу. Полный обзор программы и фильмов нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. А еще подписывайтесь на нас в соцсетях и будьте в курсе самых актуальных событий округа. Я, Анна Троян, желаю вам прекрасного отдыха и продуктивных будней. Пока-пока!